have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки, с вами Ладушки, и у нас симулятор Соника. Оу, а он может останавливаться при этом, прикиньте. А как? А вот как. Можно в воздухе превращаться, и если удачно въехать в какое-нибудь местечко, то можно забрать. Это, собственно, у нас бонус почти что в сотню. Да, мы немножко сейчас покоцались, что жаль. Но бонусы-то на дороге-то не валяются. Опа! Там, я не знаю, ну сдохнуть не хочет. А, он... он упал на искорку и сам накрылся, ладно. Хватит бить меня! Вы чё? Нелюди. Бьют меня, прикинь? Ладно. С боссом мы вроде как справились в... прошлой серии. Ах ты ж! Пулемета кусок. Попал! Да чтоб тебя! Ха, я пошел лечиться. А он через стенку. Через стенку он не может стрелять. Это хорошо. Он там бесится, конечно. Блин, много денег уходит. Твари. Все равно ж под конец еще поднасрал. Сколько за него дают? 8. Вообще ни о чем. По крайней мере, хорошо. А, это мне сюда надо было. По крайней мере... Что я хотел сказать? Я заберу. Капсульный фрагмент. Да, мы не обшибаемся, не обжигаемся об его шипы, когда они уже торчат в стенке. Вот, кстати, таким образом мы с вами и попадем на третий этаж и откроем нам передвижение на лифте. Здесь. Да, здесь. То есть можно наверх. А, нельзя наверх. Да, оно мне таки обозначено, что нельзя. Ясно, понятно. А ты что-то нормально? А, да, ты же у нас вроде как этот... я следил за тобой, маленький робот, наблюдая с расстояния. Должен сказать, что у тебя очень странная сборка. И что самое интересное, что у вируса вирус на тебя практически не действует. Ты, возможно, как раз ошибка в моих расчетах. Встреть меня возле мейнфрейма. Мейнфрейм Волт. И я все объясню. Мейнфрейм Волт это у нас, если чё, вот здесь. Вот а, вон он, мейнфрейм Волт. Огромная круглая штука. Я теперь даже вижу, как туда можно докатиться. Докатились. А, туда наверх я никак не попаду. А что тогда здесь? Я смогу это перепрыгнуть? Кстати, да, вполне. Да и внизу, в общем-то, и не смерть, наверное. А я вовсе и не заяц, и не заяц. Нет, внизу что-то есть. Но как по... О-о-о-о-о-о-о, что внизу есть? Извините, я пошел. Мне явно сюда. У нас есть сотня, там было... 300 сколько-то. Тут тоже точно сотня будет, не меньше. Так, главный вопрос дня. Как это все не потерять? Мне сейчас хватит на как минимум одно улучшение. А куда я иду? Что? Я думал, это конец уровня. Хотя, черт его. Нет, ну наверх же как-то нужно попадать дальше по-другому. Здрасте.
А чей это у вас тут все на трансформаторы так похоже? Еще один босс? Нет, я какое-то ядро нашел. Ядрон-батон. 271, между прочим, это хорошие деньги. Нужно бы их не профукать. Знаете, знаменитые последние слова. А, не, я туда не попаду никак. И сюда я тоже не попаду. Хорошо, здесь нам получается делать нечего. Катимся вниз. А вы что зареспаунились? Вы что? Я же на секундочку отходил. Вы какого фига вообще? Ладно, у нас есть теперь лифт прямо вниз. Погодите, а вот туда вот я никак не попаду? Ну-ка, сейчас, секунду, остановимся на еще одном этаже. Тут я все сделал, наверх никак, туда наверх никак. Да, нам все равно на этаж ниже. Оп, поехали. То, что я стал теперь таким вот Соником. Нет, наверное, все-таки. Это мне нужно какой-то или двойной прыжок, или длинный прыжок, или прыжок с дэшем хотя бы. Что-то такое, потому что, да, вот вообще нет. Мне сюда дальше. Здравствуйте. А я знал, что мне сюда нужно. Итак, если ты это читаешь, мое тело уже не существует. Моя центральная программа закрылась. Ну, выключилась. В их, чтобы почтить их величие, они приказали мне построить святыни по всей Аркадии. Каждая святыня сделана из запасных частей, чтобы продемонстрировать их значимость. Раз уж так получилось, что я не могу обратно получить контроль над моими моторными функциями, я поручаю тебе продолжить работу. Это у нас получается, откуда взялись эти святыни и что это такое. Так, у нас тут записан один и тот же месседж. Ну, я тут приличненько так собрал, знаете ли. И тут значок вопроса «Да». То есть значок вопроса исчезает только когда ты пользуешься проходом. Так, это мы, во-первых, сюда. Только когда пользуюсь проходом, потому что я зашел с одной стороны, а с другой стороны мне это не учли. Мне где-то еще 150 монеток нужно. Блин, я бы на самом деле пошел бы сейчас 150 монеток бы нафармил. Правда, это, ну, не такие уж и маленькие деньги. Там внизу поезд. Я посмотрю, какие тут мобы. Тут если... А, тут пила, да? Сколько за этих 6 дают? Этот, иди сюда. Сильные, но тупые. Давай-ка я вот этого тоже. Ну, двадцаточка такое, даже 25 такое. Ладно, поехали на вокзал, черт с ним. Не хватит, так не хватит, не будем. Сейчас все-таки... Куда я могу отсюда? А, мне отсюда-то ехать, кстати-то, и не надо. Никуда. Что я могу поехать вниз, но туда мне не надо. А вот здесь я могу по-быренькому пройти. Это даже заходить, что покупать не буду. Погодите, я хочу потом сразу купить оба апгрейда. Я пока что просто денежку подкоплю.
Молодец. Красавчик. Моем, умеем. Нам не надо враги. Мы сами друг друга, мы сами себя отлично убиваем. У нас тут все хорошо с этим. Детектив! Этот Коломбо, иди сюда, чувак, я знаю, как туда проникнуть. Сюда нам, да, сюда. Точно в желтом ничего не осталось? Я же говорил, что нужно сначала пройти до конца вот эту красную, нам потом само как-то вырулит на то, чтобы мы пошли и вернули секретики. Вот оно само и вырулило. Почему мне вон то место не отобразилось как вопрос? Неужели я могу туда все-таки как-то попасть? Да ну не, бред какой-то. Что? А, я помню. Это я помню. Вот тут я забирал эту фигнюшку. Иди сюда, я не хочу, чтобы деньги с тебя упали. А, стой! А, она еще разлетается искорками потом. А, тут можно пройти и... Минуточку, а я в этом месте вообще, что ли, не был? Я хочу тогда там вниз спуститься, возможно... Вон, видите, возле центрального контроля. Давайте-ка я схожу, мне интересно, что там. Иди сюда, чувак, давай наверху подеремся. Давай. У него такое лицо, типа, зачем я сюда прилетел? Ну нет, ну... Лампочку в печень, никто не вечен. И все равно часть денег ушла. Но это по-людски. Мы что, в бадминтон играем? Тут какая-то интересная лока, которую я не знаю. И она, судя по всему, ведет вон туда, вот вниз. Давайте попробуем. Ага, два раза тебе. Это получается, мне нужно... Погоди, я не так хотел. Получается, мне сейчас нужно 1000, это только для того, чтобы слоты прикупить. А еще на сами апгрейды, они там стоят тоже по 500, по 600, непонятно поскольку. Тут у нас еще и два пути, как мы можем здесь пройти. Я прям... Нет! Да, давайте. Вот эта штука у нас секретиком отобразилась. Но как тогда? Бздынь. Я видел, что там. Погоди. Так. Так, хорошо. А сюда что? Я тут разогнуться даже не могу. Чёртовы лабиринты! Наш единственный свет проникает через завесу тьмы. Навсегда стабилизируя это напряжение. Это, кстати, дата-куб, как... Сделать тут еще не могу, но подобный дата-куб мы уже с вами видели. А вот это ж... Погодите, там вообще какой-то улей. А,
а вон туда я как попадаю? Извините, пожалуйста. Блин, все зареспавнилось. Ты серьезно? Да иди к черту. Надо бы починиться, наверное, все-таки. Ох ты ж! Опасно! Я не понимаю, меня это электричество не бьет, что ли? Или я просто так удачно уворую? Вряд ли. Я же не такой мансер прям. А знаете, как эта шуточка, как называют неудачливого уворотчика? Некромансер. Мне эту штуку надо. Так, иди к черту, слушай. Не до тебя сейчас. Ну вы чё? Ну как? Ну мне туда хочется, вы чё? Где тут что может быть заныкано? Бах. Я там нажимал в сторону. Но в сторону оно там не срабатывает. Блин. Выглядит так, как будто туда не попадешь. Но это же иллюзия. Туда же как-то можно попасть. Оно же там не зря. Что у меня? Сколько у меня этих осколков? У меня два этих осколка. Мне бы третий, получается, я бы получил жизнь. Из трех, по-моему, осколков состоит. Черт. Ладно, оно у нас обозначилось как секретик. Попробуем потом поломать голову, как туда добраться. Окей. Фишка в том, что даже в прыжке можно превращаться в шарики и куда-то попадать. Поэтому... Ага. Хорошо, хорошо. Оу-оу-оу! А как? А, там на вот это можно становиться. Все, я понял. Сначала не понял, не понял, а потом как понял. Я не знаю, зачем это. Я хотел посмотреть, что там внизу. Черт с ним. Я хотел сказать, это вот это место, а это не вот это. Ну, то есть у нас было похожее. Вы нафиг издеваетесь. Ну да, я помню этих ребят. Вот ты ж, ты ж. Чинимся. Ну, свои 150 мы, в принципе, практически захапали. Ну, сейчас починились, правда, но... Ну, я, в принципе, понимаю, как это... Сейчас мог быть один из самых тупых уронов в игре, если что. Ну вот, вы видите, все-таки денежка она приходит. Серьезно? Apply sealant treatment on your butt за 200? А что это? А, вода и огонь. Я понял, я понял. А тут heat treatment. А я не могу и то, и другое, да? Я, наверное, могу... я, наверное, могу только одно на себя что-то наложить. Они никак не отображаются на карте. Черт. Деньги. Хорошо. Хорошо.
Я не знаю пока что, какие мне это бонусы даст. А одновременно... А, теперь я не могу ни то, ни другое сделать. То есть, я на себя, по идее, оба тритмента наложил. Не знаю пока что. А, вот они оба, да. Non-shrinking barrier made to prevent water. То есть, вода не будет попадать в меня полностью. Я буду непотопляемым, не знаю что. Heat-treated alloy built to withdraw hot temperatures does not stop melting. Ага, защищает от высоких температур, но не останавливает плавление. Это, я так понимаю, что, возможно, мой проход вот в эту вот лавовую зону, да? Скорее всего. Ладно. Мы потратили 400, но вроде как мы сделали оба. Надо будет последить, если они не слетайки. То это круто. А сюда я могу теперь попасть... Вы шутите? Только с другой стороны, для того, чтобы открыть этот шорткат. Вот что я могу про это сказать. Ладно, назад-то мы можем вернуться. Надо не забыть потом... открыть этот шорткат, чтобы я потом второй раз вот так носом не уперся. Но это... Хотя, с другой стороны, я не знаю, но... может быть, оно до смерти работает? О, надо будет, кстати, это проверить. Я думаю, что это, ну, самая паршивая идея, если оно до сохранения работает, самая хорошая, если оно просто навсегда, и самая средняя, если оно работает до смерти. Черт, это мне каждый раз придется идти и наносить... Да. Собрался я, блин, скупиться. А, деньги дай. Тут я могу протиснуться? О! Я могу тут протиснуться. Мне сейчас не... Ну, мне нужно, типа, к центральному волту, но я могу протиснуться здесь. Что круто. Вот это я тогда не понял, что такое. О, ясно, понятно. Эта штука... О, я могу это получить. Балблет. Без понятия. То есть это у нас ни разу вообще не проход. Это у нас для... А что это? Ага, вот, у меня вот есть теперь Body Modifier. Это... Adopted from a hive. It shines brighter in the dark areas. Я понял, это фонарик, который я должен был получить. Вот у нас одновременно и обработка от горячей среды, и фонарик, и Соник. Блин, мы тут прям 4 обилки, что ли, получили? То есть у нас как раз вот эти два района, один, я же говорил, что темный, а один горячий, мы туда не можем попасть. Вот нам и ответ на этот вопрос, как мы туда попадаем и что нам с этим дальше делать. Угу. Как вот это взять? Жалко, я оставляю этот район надолго, вряд ли я сюда прям быстро вернусь. Они стали... по-другому как-то выглядеть, или мне кажется? Они злее на меня стали из-за того, что я разбил эту штуку. Блин. Блин, надо починиться. Они прям каким-то таким красновато-оранжевым сияют, как будто... Ух, чувак, что ты наделал? Вот мы тебе сейчас, вот только... И они слетелись ко мне все сразу.
Так, хорошо. А чё вы такие раздражительные? Не-не-не, ребят, не надо, спасибо. А можно? Да, я давайте сначала сохранюсь вот здесь, как минимум. Банка-банка. Банка-банка-банка-банка-банка. Да. 664. Не то, что я хотел, но я, в принципе, доволен. Скажем так, хорошо, что у меня эти деньги были. А можно я сейчас не буду с тобой разговаривать? Подожди, чувак, я хочу вот ту штуку внизу открыть, она меня бесит. И я сейчас к тебе вернусь. Знаете что, давайте я схожу за кадром, потому что, ну, вряд ли там будет что-то интересное. Я сюда дошел, мне это немножко, конечно, стоило. Нет, я не перезагружался, ничего. Просто реально лампочки стали гораздо более агрессивными. Вот, наконец-то, это чертов шорткат. А я даже не знаю, куда мне сейчас выгоднее пойти. Это у нас вот эти вот огонь и пламя. Сюда еще и перепрыгнуть надо было. Вот, пойдемте. И еще кое-что я заметил по пути. Сейчас, секундочку. Я не там, где мне надо. Агролампочки загнали меня. Фух. Ну я там типа что-то заработал, ну ладно. Я просто с перепугу не туда побежал, погодите. Тут было какое-то место, куда я хотел втиснуться. Минутка, там внизу что? А я могу туда? Давайте пока здесь, я сейчас просто посмотрю минуточку. Какого типа там секрет, что мне там надо? Потому что если там надо кататься, например, то... Ох ты ж, не надо такое. О! Они стали гораздо более агрессивными. Если тут нужно... Нет, тут тоже нужен какой-то этот длинный пропрыжка, скорее всего. Угу. Хотя... Ну, вон там наверху, там вон видно, что есть дырочка для того, чтобы выкатиться. Но вот тут нужна длинная пропрыжка, тут такой же момент, как там с пилами. Да, здесь я ничего не сделаю. Мне сейчас... Так, туда вниз. Я сейчас не пойду, туда наверх я тоже не попадаю. Вон туда наверх тоже, сюда наверх тоже прыжок нужен. Вон... Там, вот этот маленький кусочек сейчас очечекну, и мы с вами пойдем поговорим с большим чуваком. Лампочки на меня очень разозлились. Так, мне сейчас нужно пропрыгать вниз. Оп, оп, оп. Да, их можно было бы убивать, и мне нужны деньги. Я по пути сюда, я их все-таки убивал. Поэтому сотенку все-таки заработал. Однако, они очень, вот такие, дотошные, их много. Их заманаешься убивать просто всех. Я сейчас не буду, наверное, чиниться, потому что я хочу добежать до сохраняшки возле Волта. Там. Блин, мне бы еще и на поезд как-нибудь попасть бы, а? Ох ты ж! Лампочек тут по пути просто до задницы. Стоять! Опа, хорошо. Вот так вот можно, кстати, и фармить. С них довольно неплохо выпадает. Они агрессивные. Поэтому сами подлетают. С этим никаких проблем не возникает. И убить могут. Так, нам наверх. Нам наверх. Блин, там еще одна агролампочка сейчас будет. И тут прыжок не очень удобный. Не убей меня, пожалуйста.
Ова! Собрал всех троих. Хорошо. А, это я тоже соберу. Нормально мы так подфармили. 230. Это хорошие деньги. Пойду сначала сохранюсь. Все-таки. Потом, может быть, мы с вами или мувик посмотрим, или как оно там все будет. Давайте деньги сдадим. На 1000 мне там все равно не хватает. А жаль, хотелось бы. Но близко, осталось сотня. Хорошо, починились, деньги сдали, можно и послушать, что нам скажут. Это самый центральный район Аркадии. Однажды это было раем для машин и тех, кто питались программами. Теперь он ржавеет и загнивает. Из-за разрушающей программы. Похоже, что в Аркадии нарушен баланс. И теперь всем обитателям приходится платить свою цену. Мои вычисления до сих пор не вер... В них допущена какая-то... В них чего-то не хватает. Но выглядит так, как будто вирус идет отсюда. Запущен был. Видимо, потому одна печать сломана, да? Наверное. Ищи помощи создателей маленьких роботов. Только они достаточно сильны, чтобы открыть эти печати. Помощи создателей. Вон, я же говорил, хочу что-то место проверить, так и не пошел проверять. Я сейчас пару деталек набью себе, просто чтобы было на починку. Потому что от случайного урона никто не застрахован. Теперь нам надо... А, есть еще и вот это место, погодите. Место 2, на самом деле, куда можно было... Вы офигели? Нет, ну это без двойного прыжка невозможно, по-моему. Нет, черт побери. И сразу же возвращает. Ну, типа, теоретически это возможно. Нужно где-то... Нет, даже не с середины прыгать. Минуточку, если запасти деталями... идите сюда. Мне детали нужны. Чисто теоретически туда можно попасть. Воу-воу-воу-воу-воу! У меня ачивка приехала. Ай! Я вообще-то пришел восстанавливаться, а не это... Да хорош! Чуваки! Мне надо сейчас 3 поинта восстанавливать. Я с вас столько... Нет, я с вас столько набил, конечно. Но все равно я рассчитывал на большее. 25. 25 мне хватит на сколько? На 2 поинта. Да-ха-ха! Прям сходу. Давайте, наверное, на стенку, что ли. Сразу перепрыгивать тоже не вариант. А сколько их тут? Раз, два, три, четыре. То ли я сейчас фигней маюсь. А 7 мне не хватит на починку? Да, не хватит. Хорошо. Давайте я тогда, наверное, этот кусочек попробую, что ли, за кадром попроходить. Знаете что? Сейчас, погодите, я вот этих ребят убью, чтобы сосредоточиться. Да, блин. Я же говорю, сосредоточиться надо. Получаю урон вообще из ниоткуда. А, они меня еще и убили, нормально. Где я?
А я тут. Давайте мы тогда вот туда в нижний уровень еще сходим, посмотрим, что там. Потом я попробую все-таки проскакать. Если у меня что-то получится, то я включу запись. Я не хочу пытаться на камеру 100-500 раз это все делать. Так, сейчас нам пока что просто вниз. Причем смотрите, как они сделали. Сейчас эти челы не появились, но когда я захожу в ту территорию, чувачки появляются, потому что они понимают, что мне нужны будут детали. Да хорош, блин. Так, ладно. Ать! До свидания. А где треть? А, вон. Так сказать, где третий, вас было трое, я помню, но... вон туда наверх. А, точно, здесь нужен какой-то особый ключ. Так, давайте я остановлю запись и посмотрим, что я смогу там пропрыгать. Удивительно, но с первого раза получилось пропрыгнуть первую стадию. Фух. Да, блин, он зацепился как будто. Я там, кстати, с тех лампочек, видите, сотни деталек насшибал. Это какое-то место, оно должно чертовски окупиться, потому что это очень трудно сюда попасть. Что это за... А, да? Это как раз к тому месту, куда мы сейчас... Ёлки-палки, я понял. На торец вообще вставать. А чё ты прыгаешь-то? Я ж тебе нажал чиниться. Чё ты прыгаешь? А вообще можно сделать вот так. Если не заморачиваться. О. Интересное местечко. Вот. Но тут я больше ничего не сделаю. Да, нужен ключ. Кстати, насчет смерти. Я умирал? Вроде умирал. Ну-ка. Закалка у меня никуда не прошла. Тогда, ребятушки, давайте на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.